Я курил очень много лет. И очень опасно бросить после многолетнего курения резко. Очень опасно. Почему? Потому что никотиновая кислота, которую вырабатывает щитовидная железа, когда есть дотация, халява, народ перестает работать. Щитовидная железа, что давным-давно уже плохо работает. Почему? Потому что есть халява. Организм должен стабилизироваться. Когда резко человек бросает, в течение года, два, три, с ним происходит что-то плохое. И в организме могут случиться, если он бравадой. В молодом возрасте это можно, а в зрелом возрасте это опасно. Понимаете? Я сам наблюдал за теми людьми, которые резко бросили. После многолетнего курения. Хорошо себя чувствуют, через 2-3 года у них происходит какая-то проблема с здоровьем. Между 2 и 4 года. Вот из этого я бросил курить, но я таскаю. И бросание курения я решил тянуть на 3 года. Почему? Потому что щитовидная железа должен взять функцию ответственности на себя. Люди, которые бравадой говорят, что «О, я за один день бросил», я говорю: «Молодец, камикадзе». Если живой остался, но еще это не факт. Хорошо? Потому что ваш покорный слуга является лабораторной крысой и наблюдал за теми людьми, которые резко бросили, особенно кому за дохрена лет. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.